Как к тебе относятся твои дети? Как к Богу? Это как? Ну, они меня не слушают, просьб моих практически не выполняют, даже иногда делают вид, что меня вообще не существует. Но как только им от меня что-то нужно, они тут как тут. Добрый день, дорогие друзья! С вами протоиерей Кирилл Иванов и канал «С попом обо всем» и рубрика «Священники тоже шутят». Сегодня я вам расскажу анекдот, который, наверное, иллюстрирует наши взаимоотношения с Богом. Но сначала мне бы хотелось сказать, что мы не слышим того, как к нам обращается Господь. Он с нами говорит, а мы не слышим. Даже когда мы обращаемся к Нему в молитве, мы не слышим Его ответ. Он кричит нам, а мы затыкаем уши. Он гремит, Он посылает какие-то обстоятельства в нашей жизни, какие-то скорби или, наоборот, радости, но мы делаем вид, что Бог здесь совершенно ни при чем, что это произошло само собой, что это произошло в результате наших и только наших усилий, что это совпадение или какая-то случайность, но Бог где-то далеко, и Ему нет до нас дела, или Его вообще не существует. И вот анекдот, который иллюстрирует это. Едет девушка в маршрутке полной, и вдруг у нее в сумочке звенит телефон. Она открывает сумочку, начинает рыться, роется минуту, две, три, пять, телефона не находит. Через несколько минут снова звонит телефон. Она снова лезет в сумочку, опять роется там 5 минут и снова не находит телефона. Третий раз звонит телефон. Девушка опять залезает в сумочку, ищет свой мобильник, снова его не находит, поднимает глаза и растерянно говорит: «Наверное, я его забыла дома». Вот в нашей жизни происходит точно так же. Господь делает какие-то звоночки в нашей жизни, но мы Его, Бога, забыли. Храни вас Господь, не забывайте Бога.